Продолжаем, в общем-то, наше дело. По чуть-чуть. На чем я там остановился? Квестики, планирование. Какого-то моба вытянули из пещеры. Непонятно. Может, реально он вырастет? Ух ты ж. В этой игре есть своя музыка? Да? А можно музыку сделать фоновой, кстати? Звук в фоновом режиме. Или нельзя? Если я альтабуюсь по какой-либо причине. Фоновый режим, во. Можно, можно. Еще многое сделать. Так, а, вот для чего мне спелл новый дали. АОЕшку кидать. И они хилятся. Во-во-во. А этих надо так захилить. А, мне достаточно один раз похилить их, я понял. Все. Ну, чисто хил, так называемый. Кстати, вылетает с нас. Ракетка такая вот красненькая. Довольно прикольно выглядит. Так, вам не громко, нормально? Или наоборот, погромче сделать? Ну-ка. Она же не моментально кастуется, надо подойти. Не, моментально вроде бы. Можно на ходу кастануть было. По-моему, две цели только захилило. С тремя ранеными союзниками, как будто бы. Кстати, маны много потратил, 6800. Мана. А, мана не сразу ресается, я понял. Она у меня не бесконечная. Но ресает ее все равно хорошо. Прям достаточно неплохо. Такс, я не все сделал. Исцелите раненых драконидов. А до этого кого исцелял? Не раненых драконидов. Так, ну-ка здесь моменталочку прокинуть. Сработало, отлично. А, ну не моментально хилит, оно через 1.5 секунды взрывается, я понял. То есть ты кнопку нажал, и через 1.5 секунды оно уже там за хилку кинет. Интересная довольно кнопочка. Так, это у нас что такое? Исполнитель изумрудного цветка. Что это такое? Используйте исполнителем, чтобы ману отрегенить, лишь. Нет, мана не отрегенилась. Моментальная, так понимаю. Я должен был двоечкой хилить, а не единичкой, все, я понял. Ну ладно, что сделали, то сделали. Так, мне дали кисти рук какие-то. Так, бреющий полет мне дают. Вы взлетаете, повышает скорость движения 30% на 6 секунд. Позволяет применять... Пробудители на ходу, не действует на усиление заклинания. Подожди, это... неплохо. Сейчас проверим. Как можно больше моих собратьев. Так, куда? Значительно снижает концентрацию яда какую-то. Так, а мне туда надо, пещеру. Либо всему. Соберите печатки, найдите зацепки и спасите выживших. Поехали. Выполняем квесты. Так, звуки, где они? Их слышно вообще? Так, а тут удушье какое-то. А ну-ка, защита. А, это скидывание с меня яда, я понял. Ну хорошо. Сейчас мы тут разберемся с мамами быстренько. Выбросим их подальше. Тупую. Кстати, когда они меня атакуют, не повышается дополнительный яд. Хорошо. Допустим. Вайрасик, ты что, Warcraft решил поиграть? Warcraft решил поиграть. Да нет, до этого не играл. Я-я. Ну, можно киберспорт навалить, раз дали возможность, что нет-то. Ох ты ж. И смотри, надо здесь пройти как-то более уверенно. Проходим. А ну-ка, завалить вот этих мопчиков. Все, убрали, отлично. Что-то знакомое увидел? Дракончиков? Что, признавайте, за этим делом следили хоть как-то? Это только Сирус был, сомнительно его называть Вов. Понял. Ну почему сомнительно? Просто своеобразный Вов. Все. Вот он, ведь Вова можно назвать? Можно. Играют в него люди. На. Опыт 6. Как-то маловато, конечно, дают. Ну ладно. Может мне эту штуку куда-то на панель поставить, чтобы я ее... Пикать было проще, это что такое? А что здесь делать надо? Не совсем понимаю.
Пройти не дают, кстати, сюда. Реально не дают пройти. Может быть, мне что-то здесь надо собрать? Как вариант. Хоп. Отлично. Пошли дальше. Так, я получил какую-то фигню. То есть здесь надо пройти, сюда поставить, и они откроются. Да, похоже, выжившие спасли, нормально. Работаем. Работает Ярасик, поехали. А что ты, глайдер, много за этим варкрафтом следил вообще? Много за него шаришь, знаешь? Варкрафтик. Какой он? Официалочка сейчас. Я когда-то раньше играл. Но я тоже немного, месяц-два и забил. Дальше. Людей не было на стримщиках. Соло уже играл, такое уже было дело. Хотя тут есть, конечно, чем позаниматься, на самом деле. Как будто бы. Ты и на Сирусе тоже. Пока что. Для меня еще есть чем. Слушай, я бесконечно только делал, что рейдил, и все. Так что заняться будет явно есть чем. Кстати, глав 2 из 7 пока выполнено. Пробуждение драктиров. Целительные крылья, потом будут черная чешуя, ледокаменное хранилище, гнев пожиратели буль и темные когти. Ага. Только недавно месяц наиграл в актуале, обращая внимание на небольшие баги. Особенно, когда квесты не сдаются. Пока не видел такого дела. Выглядишь. Наиграл в актуале месяц назад. Ну вот, первый стримчик. Посмотрим, как это будет дело делаться. Моим соратникам надо набраться сил. О, ускорение неплохое. Так, применение. Это у нас что такое? Ух ты ж. По желанию воспользуйтесь усилителем парения. Не суди их строго. У меня, кстати, нету возможности летать сам. Эта игра делает. Месяцок наиграл. За сколько персонажа прокачал по времени игровому? 59 уровень. За час времени 58-59 сделал. 59,5 уже. Чешуи атакуют дикие драконы, дровосеки и элементали. Дровосеки, элементали. Тогда черной чешуе нужна наша помощь. Скорее в Шрамбуре. Так, мне что-то дали? Ботинок дали, отлично. Напялим. Так. Посмотри, что у меня есть. Верховный изда ученик будет. Выбери себе награду. А, какого именно из них? Ну давай такого. Мы пришли к согласию. Хотя, я так понимаю, их можно купить просто. Хорошо. Тупую. Сразу к делу. Ну да. Почему бы их просто все не купить-то и все? Чё париться-то? Надо подождать еще немного. Маунты будут заодно. Все абсолютно. Надо было все, наверное, потыкать для начала, ну ладно. Я не спешил, проходил сюжетку Shell, который упустил. А-а-а. Ее тоже? Понял. Настоящий World of Warcraft с кайфом. Настоящим. Если через подземелье, то очень быстро. Короче, если постараться, то можно, конечно, поиграть. Красиво. Так, а что мне тут дали? Транспорт. Можно транспорт только сейчас полученный глянуть? Или уже все? Стремительный ворк. Вот, ворк сюда написать. Надо вот такие вот маунты. А ну-ка. Они летающие? Не. Летающие тут только я, обычный конь. Вот такой вот. Как-то все темно, конечно, на самом-то деле. Ля-лянь. Смотрит, куда смотрим? Вообще, что это за ворк, знаете? Чем они считаются? Лошадями, животными в мире драконов, что ли? Эдакими. Типа на этой штуке я могу вообще летать. А, я ее использовать не могу, ну ладно. Так, а как мне туда добраться? Отправляйся в лазур... Отправляйся к лазурателю, спаси драктиров. Ну хорошо, полетели, лазуратель. А я могу эту штуку сейчас заюзать? Во время полета нельзя. Ну ладно. Полетели. Ночь, вот и темно.
С от этого отталкиваться надо. Понял. Логично. Заточите когти и разогрейте в груди огонь. Так, глубокий вдох мне дадут. Вы делаете глубокий вдох и летите в указанную область, изрыгая огонь. Нанося противникам урон на своем пути, снимает эффекты обездвиживания. Во время полета вы не восприимчивы к эффектам контроля. Хорошо. Я не знаю, тут столько всего на самом-то деле. Столько всего имеется. Стычки с тарасекирами какими-то. Убейте сотворенных элементалей. Узнайте больше о происхождении намерениях воинов стихий. Хорошо. Падает, я знаю, что мы уже сражались с таким врагом, но могу вспомнить только вспышки, мелкие фрагменты. Возможно, побольше узнав о наших врагах, мы вспомним, что случилось. О, здорово, Кутя. Давненько не видел тебя, новейшего. Тут у нас официалочку решил запустить. Интересует? Ну как я. Пришли, сказали Ирасик, быстро на официалку. Все дали, ну все. Надо, значит надо. Ирасик на месте, киберспорт сейчас навалит. Раз такое дело. Ку-ку. Так, а тут какие-то квесты. Короче, мне надо просто бомбов повырезать, все по классике. И прилететь в какие-то места. Оп. Так, а ну-ка, что за... Как мне хп мобов-то видите? Что это такое подо мной? Если я буду стоять на месте, то подо мной будет что-то появляться, что ли? Еще раз, я так и не разобрался с самым главным. Интерфейс хп. Почему я не вижу хп-то свое? Я здесь уже тыкался, но я так и не понял. Индикаторы, наложения друг на другом, скрыть сообщение о приключениях каких-то. Навигация. Почему я не вижу хп-то по итогу? Индикаторы ресурсов. Но это рейд фреймы уже пошли. Почему я портрет не вижу? Отображение здоровья, запас здоровья. Вот это оно. Так, а где? Запас здоровья, ну. Не вижу. Рамки портретов на арене. А, это на арене. Тьфу, блин. Это что такое? Ты дурак? Все нормально, братишка? Кстати, вот так я могу выбрать... Стоп, что я могу? А, я отсюда могу... Ёп, ты куда летишь, дружище? Подожди, дай-ка я гляну. А ну-ка, отсюда вот завязаю. Вот так, значит? О! Игра залагала. Не, ну, в принципе, я понял, похоже, почему такие моменты происходят. Неплохо, неплохо. У меня все зависло, к черту. После такого спецэффекта. У меня весь ПК залагал полностью, чтобы вы понимали. Мне интересно, стрим-то хоть идет? Так, подожди. Господи ж ты, боже мой. Офигеть, все залагало, зависло сейчас. Ребята, вы видели, что произошло вообще? У вас это как произошло? F. Стрим идет еще? Знаете, я, наверное, графон все-таки поменьше поставлю, а то пока, видимо, не выдерживает таких графонов. Пятерочка, думаю, сойдет. ПК чуть не сгорел. После таких эффектов. Я даже не знаю, может быть, еще раз попробовать? Вы на каком графоне играли? Короче, у меня полностью все зависло. Я не мог ничего нажимать, потом черный экран на время. Короче, забей. Даже тыкать ничего не мог. Очень интересно. Ну, спасибо, что не синий экран. Я думал, вообще стрим отвалился, на самом деле. Да, свобода и сила. Шо, ребят, пробуем еще раз? Аж интересно. Как это будет сейчас происходить? А ну-ка. А ну-ка, полетели.
Ну, вроде пока не сгорел после такого, нормально. Вроде все более-менее. Так, а что оно сбилось, кстати? Я его не это. Не трогал вроде бы. Или его зажать надо было, вроде бы. А, у вас звука нету. Я правильно понял? А почему у вас звука нету? А? Во. Подожди. Свойство по умолчанию. Ага, по умолчанию что-то слетело. В наушниках звук вы слышите? Что-то сломалось, в общем-то. Не достаю. Офигеть. Чем чреваты такие последствия? Так, а ну-ка, убейте сотворенных элементалей. Ну, давайте убьем сотворенных элементалей. Оп. Не побежал на меня. Из-за того, что ваншот словили мобы. Так, а мобов мне нечем вырезать за секунду. Все, элементалей мы забрали. Осталось что? Ну, звуки, конечно, забей. Такие громкие. Так, а ну-ка. Полетели дальше? Наверное. Оп. Все, долетели куда надо. Эгида Драктиров, та ты что? Хорошо, хорошо. Так, здесь потыкать что-то надо бы. На. Ваншотика. А ты, чертила, сам не играл драконами, да? Не проходил цепочку эту. И кто? Таурен. Почему Таурен серый? Я слышал, у людей 48, так кто ал 30 кадров выдает иногда. Не достаю. Неплохо. 40-80. Ну, просто слабая видеокарта, понятное дело. Надо получше. А чё, быстро старт не подогнали? Так бы сразу пошел ключики пушить. А зачем мне ключики пушить? Сразу. Я слишком Это нам для чего? До ключей мы еще доберемся, когда надо будет. А пока смотри, тут сколько контента есть, однако. Тут контенте какой-то есть. В любом случае. Так, все, сделано дело. Теперь полетели. Тут есть персонаж 70, он. И типа можно сразу пойти, но якобы зачем? Сразу что-то куда-то там идти. Что-то пушить. По анале, вот разберемся как раз. А что эти сразу ключи непонятные? Я тут ничего не видел. Чаты, уверен, на 100% тоже многие тут ничего не видели. Уровень 60 мне дали за... Ох, какие-то кнопки дали. Ярость аспектов. Повышает скорость всех участников группы или рейда на 30% на 40 секунд. Это что такое? Это гера какая-то, что ли? А, скорость. Я думал, скорость передвижения. Ладно, допустим. Услышал. Так, дар бронзовых драконов сплетает нити времени вокруг участников группы или рейда, сокращает время восстановления мощной способности перемещения 15% в течение 1 часа. Что? Это баф какой-то? Время восстановления блеющего полета сокращено. Короче, какой-то баф непонятный. Подземелье открыли мне. Но регнусь я его, так сказать, не могу, скорее всего, пока что. Ох, какие нехорошие с лица, ребята, а? А ну, брысь отсюда оба. А ну, кыш отсюда. Черти. Напали на меня. Отдайте приказ атаки на Экзратозала. Кого? Экразатал. Нормальное название, су, ребят. Сжечь. Жечь мобщиков, жечь. Хорошо, сжигаем. Таланты прикольно сделали, механики ЛК вернулись, бафы и тому подобное. Легионы их же убрали, полностью сейчас вернули. Бафы? В рейде нужен каждый баф, как говорится, правильно? Прикольно придумано. Раз надо, значит надо. Дракон. Морозные. А как мне на них приказ отдать-то?
Что, мне напасть на дракона или что не так-то? А ну-ка. Дыхание какое-то. Оно в меня кастуется. Так он меня смотрит, получается. А я могу у него кастовать? Он мне кикает каст, что ли? А что с ним делать-то получается? Да, кикает каст просто в тупую мне. По приколу, по кайфу ему. Ниже цель. Чисто моменталками какими-то убиваешь его. Так, подожди, мне его убивать не надо было вообще. Зачем я его убил? Так, приказ. Нажал. Слушайте приказ. В атаку. В атаку приказ. Поехали. Дезинтеграция, вали его. Хорошо. Таланты, это мы глянем. Как дерево талантов, я так понимаю. Либо на выбор таланты там. Либо то, либо другое. Да, и расик и рейд скалируется под количество человек. Не надо собирать личца. Ну, 10 человек все равно надо собрать, да? Хотя бы. Естественно, все бафы же все равно надо собрать в рейд. Раз тут бафы есть. Ребят, слышно? Нет? Хорошо, не хорошо. Повелительница бурь освободится. Повелительница бурь освободится. И в колыбель врывается вражеский дракон. Затем нас осаждает целое войско элементалей. Что тут творится, Лазуротел? Что творится? Узнать позже. Воины стихии. Хотят обрушить на мир кошмар. Ну, чисто я. Не понимаю, что происходит. Чисто тип. Как тебя зовут? Старка Ред, братишка. Я такой же. Ничего не понимаю. Что-то происходит. Я так же думаю. Какая-то ситуация. Ты сидел, спал, какой-то черт пришел. Согласен. Воспользуйся усилителем парения. Усилителем парения, ну пошли. И куда нам надо? А, он сам полетит. Ну, лети тогда. Трактиры, соберите печатки павших и приготовьтесь уходить. Приготовьтесь убегать, хулиганы. Рейды. Так тут рейды, я так понимаю, менее популярные, чем какие-нибудь самые ключи. Это что у нас? Возвращение обратно? Все? Обратно нас вернули. Доставочка так называемая. Ну хорошо. Доставочка. Обяна, игрок? Игрок, да. Что ты хочешь доложить? Доложу о тебе. Черная чешуя. Кстати, у Орды и у Альянс разные локации. Хотят вызвать бурю. Вы не представляете, насколько велика угроза. Кажется, воины стихий хотят освободить нечто древнее и ужасное. С чего нам тебе верить? Вы от хранителя земли? Где Нилтарион? Нилтариона? Гневен. Похоже, вы многого не знаете. Я Абиссер, а это Гневен. Мы все вам объясним, когда придет время. Лянь дракона. А сейчас надо объединиться и не дать врагу победить. Это наш дом. Драктиры его защитят. Драктины? Мы поможем в сражении, но не ты отдаешь здесь приказы, дракон. Да будет так. Как скажешь. Только не мешай нам. Не мешай нам. Не знаю, как тебе, а мне приходилось убивать древних созданий. Хм. Ну слушайте, а почему они драконы, а я дракон? Но я не такой огромный дракон. Я драктир. Это типа другая раса? Этот же тоже может человека типа превратиться. Где он? Я не помню, кстати, где мы его видели. Один актуальный рейд и все. Можно через поиск рейда легнуть героек. Типа, если ты совсем фрик и тебя не берут, можно в ЛФГ пойти.
мне сейчас две всеобщие. Мир, жвачка, дружба. Всеобщие. А, Альянс Орда. Точно, вместе же. Так, а пофигу тогда, за кого начинать в таком случае, Альянс Орда. Типа расовая билка и все? Мир, жвачка, дружба, ну ладно. Угу. Так. Много дел, давай сюда. Какую специализацию вы берете? Есть ДД, есть хил. 2 ДД и хил, серьезно? Ну давайте просчитаем. 3 спека есть у нас. Опустошитель. Пробудитель специализации опустошитель совершает стремительные атаки по области. На средней дистанции. Призывая мощь красных и синих драконов. Выбрав эту специализацию, они могут проливать огненный дождь на голову врагов. И ловко маневрировать на поле боя. Можно, кстати, в гильдию вступить, посмотреть, какие, что вообще дается с гильдии. Опустошители получают такие способности, как погребальный костер. Ай, господи, сколько звуков-то. Погребальный костер. Подожди. Давай приступим. Тут уже звуки какие-то полетели. Давай сразу разберемся, что такое гильдия вообще. Для чего они делаются. Что дает само... существование гильдий. Где оно, кстати? Вступить где? Что? Я вступил в какую-то гильдию, а где она отображается? На какую клавишу мне нажать? Гильдии, сообщество, вот она. Привилегии где? Бонусы. По седлам. Скорость передвижения на транспорте повышена. На 10% уменьшает время восстановления камня. Возвращается на 15 минут. Короче, камень на 15 минут. Мобильный банк. Так понимаю, гильдейский. Быстро мертвый, если умираешь, и гильдейская почта мгновенно доходит. Есть еще какие-то бонусы или нет? Бери одну специализацию за солкача. Один баффер, слабый урон, мафы и других. Так, подожди-ка. Короче, если тут оставаться, то... Давай для начала хотя бы это сделаем. Оставаться. Звуки, чтобы я не слышал. От гильдии, либо ливнуть. Что сейчас вот это... Она появляются звуки ненужные. Короче, самое главное я увидел, но я не могу понять, где звуки-то. Первую бери специализацию, вторую, первую. Куда здесь тыкнуть надо? Интерфейс общения, вот. Я думаю, тут отключить чат. Цензура, фильтрация, активность гильдии. Отображает уведомление о том, что представители вашей гильдии входят в игру или покидают ее. Нафиг, все, отлично. Это нам не надо. Так, хорошо. Специализация, продолжил ли? Так, спек непонятный немного. Какие-то атаки. Дальше. Следующий, насыщатель. Пробудитель специализации насыщатель — это бойцы, вызывающие к магии черных и бронзовых драконов, чтобы усиливать способности находящихся рядом союзников. Эта специализация позволит пробудителю дополнять сильные стороны союзников, увеличивая их шансы справиться с могучими противниками. Насыщатели получают такие способности, как черная мощь и извержение. Так, подожди, давай первое для начала прочитаем. Выпускает сгусток пламени, наносящий 2000 урона от огня целей противника рядом с ней. Искусственность. Увеличивает урон от ваших заклинаний максимум на 13,5%. Эффект зависит от текущего уровня здоровья цели. Чем выше уровень здоровья цели, тем выше бонус к урону. То есть Гера дается с пула, так сказать. А тут что у нас дается? Черная мощь. Повышает основную характеристику четырех ближайших союзников на 6,5%. От вашей увеличивает наносимый вами урон на 20%. От моей. То есть баффер получается. Ну, наносимый урон, кстати, на 10 секунд и 30 секунд КД этой штуки. На 10 секунд основную характеристику. То есть реально просто сидеть бафать людей рядом. Извержение. Вызывает под ногами противника мощное извержение, наносящее 5000 урона вулканического распределяемого между целью и ближайшими к ней противниками. То есть бафы типа полубурсты такие есть. Хорошо. При энергии используется. Здесь что у нас? А, да, бурст и... Ну как будто бы третья лучше сейчас, даже учитывая, что она бафующая типа. Опустошитель чистый ДД, насыщатель баффер, слабее чем пал Сируса. Ну, как будто насыщатель звучит сейчас сильнее, чем... Хотя урон, конечно, повышен на 13%. А тут урон повышен на 20%, плюс характеристика. Плюс кнопка какая-то, которая...
Я так понимаю, место дезинтеграции используется, скорее всего. И хил. Основа специализации хранитель — защита всего живого. Они могут совершать быстрые рывки к раненым союзникам и исцелять сразу нескольких одним заклинанием. Благодаря силе изумрудного сна, короче, холиприс наличие, или эршам, они окутывают союзников живительной энергией, а их бронзовые пески времени могут защищать от ран. Продлевать исцеление, даже поворачивать урон с 5. Дадут изумрудное дыхание, которое даст восполнять в радиусе перед вами людей. Усиляет даже как-то. Восполняет 1500 хп мгновенно и еще 7000 ходкой. Понял. То есть, я так понимаю, тоже поддерживать можно. Усилять как кнопку. Искусственность повышает хпс, я так понимаю. Больше здоровья, если их уровень здоровья ниже вашего. Все, понял. То есть надо быть всегда фуловым, чтобы восполнять хп. А можно поменять спек потом? Давай опустошитель. А, тут даже больше обилок далось, чем написано. Окей, допустим. Так, мне дали сель. Вы создаете область неустойчивых камней, тянущиеся к цели обездвижения противников на 30 секунд. Урон может снять эффект. Короче, какой-то контроль мне дали. Пошли дальше. Выпускает сгусток энергии, пламя, наносящее 26 урона от огня цели и противников рядом с ней. Моменталка, я так понимаю. И подавление. Прерывает применение заклинаний противника и предотвращает применение заклинаний той же школы магии. Хорошо. Планирование мне вообще зачем? Так, это кик коста. Хорошо. Да без разницы, можно сохранить, мне теперь какую-то 10 штук сделать. Ну пока спек не могу менять. Что ты хочешь доложить? Что я хочу доложить? Доложить на себя хочу. Дай доложу, а. Не за трактиры. Не пускать врага в ледокаменное хранилище. Мне что, надо полететь? Вот они полетели, а я тоже полечу, чем я хуже полетел. Пошло дело. Хоп. Прилетев на Ирасике, как хорошо и приятненько летать. Докладываю. Шея, скорость, искусность. Да, хранилище — наше наследие. Не пустим к нему захватчиков. Не пустим, ну хорошо. Так, что мне нужно сделать? Во-первых, за хилку кинуть какую-то надо бы. Это же отхилка. Так, какая-то моменталка у меня появилась, да? На. Оно само закончилось, что ли? Мне вообще нужно этого моба убивать или нет? А то я на нее напал просто так, как будто бы. У меня урон повышен, что? Так, подожди, зачем тогда дезинтеграция нужна, если у меня моменталка есть, а? Это что такое? Защитите ледокаменное хранилище. Так, подожди, что я вообще делаю? Давай добьем этого и пойдем дальше. Это не квестовый. 2700. Мне его убить не надо было. Короче, мне надо типов просто захилить и все. Подожди, если мне надо захилить типов, то может быть исцеление надо было выбрать, не? Умом. Реально умом. Как-то. Захилочку кинули. Приятно познакомиться. А почему? Я должен быть хилом. Сейчас. А, тут и для хила... тут разные квесты типа сделали. Я понял. Не, ну, кстати, прикольно придумано, что разные квесты. Типа дамаж, либо хиль. Я еще время от времени могу подходить, хилить их. Придачу. Не забывать про это. Моменталочка. И пошел дальше. Это, кстати, ману нет, не требует, да? Хорошо. Сейчас появится обилка сильная. Оп. Закончил их. Удержи заклинание. Так. А сколько мне дают? По 2%. Давай по 2%. Мало маны, говорит. Я тебя понял. Мало маны. Ты что делаешь, дурак? Я их только начал исцелять. Ну ладно. Сейчас подамажим немножко. Подожди, мне соль какую-то дали. Что это такое вообще? А, это контроль эдакий. Ну хорошо, хорошо. Контроль так контроль. На.
Вот бы она еще захиливала, а не только дамажила, было бы мемно, конечно. Здрасте, ребята. Как ваши делишки? А что, не ожидали, да? А, я же могу еще дамажить вот так. Совсем забыл. О, смотри, что умею. Совсем про это забыл. Хорошо. Все. Добро пожаловать. А как залутать-то? Оп. Не, ну, конечно. Близы постарались сделать такое, чтобы ты постоянно кнопки жал. Молодцы. Так, можно захилить до конца уже. И сделать квест этот. Ничего себе. Крокнуло. Все, по идее. Нет? Странно, что не все еще. Ну ладно. Ого. Опасненько, как однако, а? Все, сдать можно, отлично. У меня какие-то проки есть, восполнение живого жара. Стоп, в смысле живой жар восполняет мне хп? Фоткой? Или это меня кто-то захилил? 10-39 item level. Здесь item level решает, типа? Больше. Опа, мультик, ну-ка. Это кто, Гневион или этот? Абиссадин? Абиссанин. Не, ну, кстати, красиво. А? На тебе камнем по щам. Титанов он там фармил. Рассказывает. Музыка стихий. Музыка стихий. Ты кто? Нашел моих сородичей. Мы знаем, где они томятся, госпожа. Скоро мы освободим атаков. Это что за чучело? А это что? Отродье Нелтариона. Я чувствовала дрожь земли в день, когда его не стало. Какое наслаждение! Хочешь разделить его судьбу? Я решил стать тем, кем он должен был, пока не свернул с пути. Ты и не догадываешься об истинном пути драконов. Мы это изменим! Лети! Расскажи, что мы избавим этот мир от порчи титанов! Пусть эта буря возвестит о нашем возвращении! Соратник, шевелись! Да, я не знаю, пришел какой-то дракон огромный, просто забулил другого дракона. Рашагет. Не знает, фрик. Я думал, лагает, типа, ты хотел написать Рашагет. Что надо было употребить, чтобы Рашагет написать вообще? Это же босс первой фазы, там уже другой рейд. Я говорю, я сюда пришел вообще, ну, впервые только что. Я даже не смотрел никакие видосы. Ничего абсолютно. Я этим не интересовался вообще. Я сидел, everyday долбил Сирус, стримил. О чем речь вообще? Какие-то официалки вы тут говорите непонятно. Откуда мне знать это дело? У нас много дел. Много дел, говорит. Помоги раненым. Этот начинает рассказывать про свои истории непонятные, что у него как-никак. Оп, полетели. Сбегите от аватары буря. Сбежать надо? Почему я хп его не вижу? Блин, куда мне тыкнуть надо? Босс первой фазы, ну ладно.
Так, теперь туда надо пойти. О, надо захилить. Хранитель земли мертв. Или не надо хилить? Мы теперь одни. Исцелите гневенно. А, все? Я думал, на фулку надо исцелить. Ну это, кстати, спасибо вам, драктир. Кстати, они правильно делают, что учат вас и хилить, и дамажить одновременно, но... Отвечай, дракон. Воплощенная не соврала? Нилтарион мертв? Нилтарион, которого вы знали, пал очень давно. Это запутанная история. Угу, Обесян. Таланты открылись, да? Да ты что? Ну, я бы сказал, спеки открылись, а не таланты больше. Потому что пока что я... Ну, я могу спек поменять, я так понимаю. И посмотреть другие спеки тоже. Это вообще правильно, что они сделали так, чтобы ты и то, и другое мог сразу делать. Учиться всему сразу. Это неплохо довольно. Так, спек по... Ну, допустим, я потыкал один спек. Давайте потыкаем другой спек. А ну-ка. Две новые обилки. Обсидиановая чешуя. Усиливает вашу чешую, уменьшая получаемый вами урон на 30%. Короче, мне дали сейф. И черная мощь. Повышает основную характеристику, дали бурст. Повышает характеристику основную союзников рядом. И... А, и дает мне урон, кстати, на 22%. Извержение какое-то дали мне. Нифига себе. Изверженница. Только не говори, что он сейчас комбо останется у меня еще. Ну ладно, пофигу на этот комбат. Подошел, что-то прошел вокруг меня. Фрикич. Это что такое, братишка? Это этот? Блядь, своровала, верни! Верни! Взяла, отжала. Так, это надо кастануть, я так понимаю, да? А что за спек я выбрал? Баффера? На, за тупость. У меня извержение какое-то, какие-то проки непонятные есть. Ну, главное, что не подгорают, когда их надо тыкать. Это самое важное. А еще у меня сейф появился в этом спеке. Это самое главное. Так, я могу контроль, кстати, прописать им? Да? Ну да, могу. Гуэлфа Горегнем. В плане Алфа Горегнем. Не совсем понял про что-то. ЛФГ? А, ты подземелье имеешь? Так не могу подземелье регать. Поиск или что, подожди. Поиск группы, функция пока недоступна. Так, ну я что-то даже не знаю. Что-то бафаешь себя. Потом идешь, бьешь их что-то. Как ты пытаешься? У меня какая-то энергия дополнительная есть, непонятная. Что-то энергия дает вообще непонятно. Сила рун какая-то, только не рун. Оп. Обесян. Отхильте. На, отхилил, проверяй. Че надо? Нормально отхилить, что ли, надо? Давай, Ержан, сдолбал. Спрок какой-то. Следующая способность изражения потребует затрат сущности. Понял, прикольно. На. 4% к универсальности. Ничего не понятно, но очень интересно. Полторы секунды чего-то мне там прокнуло непонятного. Ну что-то я даже не знаю насчет этого спека. Какой-то он странный. Я бы сказал, послабее будет как будто. Моменталка. Моменталочки нету приятной моей. Что-то касить постоянно надо. А ну какого лекаря? Смена специализации. Наздорм, он живой еще что ли? Дети Нилтариона. Ваше время еще не кончилось. Так, подожди, хил. Что у меня появилось на хиле? Так, бронзовый возвращает к жизни погибших участников. Группы нельзя принять в бою. Снимает цели эффекты, отрицательные магические эффекты, яды всякие. И... А, все, это просто хил сейчас? У меня ничего не появилось?
А, жительные объятия какие-то есть, подожди-ка. Это что-то, что это было? Вылетите к союзнику, восполняя ему 7400 хп? Или восстанавливаете себе столько же здоровья? Интересно довольно. И все. Я так понимаю. Ладно, давай обратно, я думаю. Пусть пока подамажим, хила мне хватит, если что. Короче, лучше в первом спеке бегать. Он как-то поприятнее. Так, а если зайти сюда, что будет? А ну-ка, го, попробуем зайти. Что будет, интересно? А, и все. Какой-то небольшой урон. Да, в них сложно зайти, на самом деле. Ладно. Чуть-чуть урона получили, и все. Готовьтесь отступать. Аспект нас прикроет. Подойди, Драктир. Я буду говорить с тобой. Со мной? Давай, еду. Еду. Выдвигаюсь, так сказать. А ну-ка. Это кто у нас? Ноздорма? Давний дракон Ноздорма. Рашагет! Почему голос такой тихий? Игра громкая, голос тихий. Передай своей королеве, что я ее скоро навещу. Буря поглотит вас всех. Побег Рашагет несет миру страшную опасность, а ваше пробуждение — великие перемены. Ступай. Предупреди королевство Азеротра об угрозе. Возможно, так ты найдешь свое новое предназначение. Короче, Рашагет сбежала. А Ноздорму... типа охранник какой-то Азерота. Я просто не шарю за эти аспекты. Так помогите же, дорогие. Хорошо. В их путешествии. Рашагет. Ну мы ее завалим нормально. В первом рейде. Все хорошо будет дело. Отдать честь дракомандиру Веринде. Веридия, ты могла бы пойти с нами. Пойди с нами, пойди. Если хочешь, конечно. Гневион и этот. Абиссанин. Гневион какой-то маленький. Так, полетели. Какой официальный вов, ты чё? Здорово, Запчик. Ну так получилось. Пришли ребята, подогнали, сказали, на, надо контента навалить. Ну, надо так надо. И зашел навалить контента эдакого. Дети Нилтариона. Вы пробудились среди осколков прошлого. Шо? Ты уже это все проходил, да? Но нити судьбы указывают новый путь к дальним берегам. Клевые ребята. Ну, сказали, надо. Диски времени ускорят ваш полет к цели. Покупать даже ли они надо ничего. Подогнали сразу, пошли. Предупредите их. Так, пачку трактиров куда-то отправили и пару драконов. Интересно. Это что, мне уже все? Выбрасывают, что ли, сначала локации? Не понял. Да не, подожди, прикольно же было. Да в смысле, все? Да ну не. Аргримар. За его стенами собрались все славные народы Орды. В основе этого города лежит сила и честь. Мой народ тоже чтит эти качества. Сила и честь. Неплохие укрепления. Но даже они не сдержат мощь темных когтей. Уверен, твоим воинам выпадет не один. Везет, 7к сэкономил. Оно 7к стоит. Там ката летом откроется, будет врыв. Ката тоже интересует подворваться. Он гораздо ближе народам Орды. Летом? Довольно интересно звучит. Смертного, да.
Такой был у Хранителя Земли. Вообще, как бы можно подумать за такое дело тоже. Итак, мы на месте. Но сейчас надо посмотреть, сколько где это все дело набирать будет тоже. Посмотрим. Терпение, Соломолот, уверен, нам оказалось. Насколько людям это интересно вообще, все это дело. Движуха с Варкрафтом. 1000 гривен за аддон плюс 300 гривен за месяц подписки. Это не 7к. 1300. Где-то 2-3к рублей должно выйти. Я знал, что ты придешь. Так, поговорите с представителями Орды. Я ждал твоего появления. Пока мы говорим не с представителями Орды. Нас приняли не так холодно, как я боялась. Выполняй приказ. Похоже, наше прибытие все же заметили. Возможно, для местных еще не все потеряно. Мы кое-что обсудим с обезьяном и командованием Орды. Попробуем найти общий язык, а ты пойдешь на разведку. Осмотрись как следует, в конце концов, мы вроде бы тут надолго. После обхода города возвращайся к нам. Надеюсь, все скучные мелочи мы к тому времени уже уладим. Нормально. Опустите оружие, воины Орды. Духостранник Смоляной Рог. Рада увидеть знакомое лицо у городских ворот. Пусть даже ты привел с собой незнакомцев. Рад, что с тобой все хорошо, Майло. Однако любезности придется отложить. Над нами нависла угроза. Мы с Драктирами должны поговорить с Советом Орды. Раз так, не будем терять времени. Идем. Солдаты на посты. Если ты доверяешь этим незнакомцам, доверюсь и я. Врата Аргримара открыты для них. Мне нужно поесть после долгого... Короче, обычное дело. Хорошо, мы тут с кентом своим пришли, которому доверяют, понятно. Повтор музыки, а можно вообще голоса сделать громче именно? Мир, звуков окружающего мира, музыка, эффекты. Диалоги на максимум, и все равно тихо. Так, я могу на маунте вообще летающих здесь летать? Ну ладно. Так, посетите аукционный дом, банк, посольство и зал с порталами. Поехали. Не знаю, что за посольство, конечно. Не достаю. Вот сюда пришли, посетили. Порталы в Луносвет есть. В куда? В Вальдракен какой-то. Угу. Асуна, Зулдазар, Нефритовый лес и Хрустальные песни. Короче, это Вотолк, это Панда, это у нас Бефа вроде бы. Асуна — это Легион дополнение, портал вообще не показан никак, видимо новый. Это у нас что такое? Не достаю. Вальдракен, видимо драконы, кстати, как раз. Луносвет — это город, понятно. Город Орды. Почему в Токтуре нам нету тогда? Я тоже могу через родню Фсиория. Ты сам-то решил, что делать будешь на этом персе, а то у него уж 3 спека целых. Что решил? Пока по решениям просто посмотреть игру. Что происходит. Просмотреть, провидеть, так сказать, посмотреть там, как людям другим зайдет, не зайдет. Обертка Warcraft Rumble. Отнесите к автомату Rumble, чтобы получить новую модель миниатюры. Что за... Ставьте монетку. Какую монетку? Модель снит. Миниатюры World of Warcraft Rumble. Я ничего не понял, но очень интересно. Ладно. Куда-то тыкнул здесь. Кошка, кстати, желтая. Это из-за Фендрала? Из-за трансмога, что ли? Не показывается трансмог. Или тут выборы есть. Чисто желтый кошак, реально. Так, мне нужно посольство. Я так понимаю, посольство — это и главный штаб их нет, правильно? Стоп, что это? Это лифт? Или что это такое? Что это за... Ладно. Добрый вечер, ребята. Мы с драконьего посольства. Ходи по земле, как все. Не выпендривайся. Сделай бочку. Как высоко ты можешь лететь? Я понял. Что у тебя, босс? Тут не всем, короче, нравится. Сейчас вождь Орды — это Ракхан. Босс. Кто такой Ракхан вообще? Пёс так делает. Будь настороже.
Короче, пока ребята будут привыкать к этому делу, что у них драконы. Что у тебя, босс? Ну, вообще 50 евро аддон минимум, подписка еще 13, это 60 рублей сейчас, можно, конечно, дешевле найти. Понял вас. Нужна будет так, а куда мне зайти надо, я чуть не понял. Вернитесь к торговой лавке. Пошли отсюда. Короче, это как с ДК, недолюбливать сейчас будут их. То же самое дело. А как подняться вверх без полетки, мне интересно? Или куда мне вообще надо пойти? Так, давай сначала разберемся с другими вещами. Это что такое? Посетите посольство. Полетели. Что за посольство? Что такое? Решительность. Вот главное добро. Вижу, мы тут не единственные приехали издалека. Слушай, Пандарены. Чем тебе помочь? Зандалары. У меня нет. Это те, кто к Орде недавно присоединился? Про них типа можно так посчитать? Кто кем является? Понял, Вульпера. Это те расы, которые не с самого начала были. Я понял. Ну, гоблины хотя. Давние ребята тут. Так, пошли дальше. Это что такое на карте? Аукционист? Кто аукционист? Фрик? Фэнк? Ну, ладно. Вроде Шелла тролль. Ну, короче, не... Те, кто тоже не так давно присоединился сюда. Я так понял, так. Аукцион увидеть? А, это банк, а не аукцион. Гильбан какой-то, но это... Стоп, сколько голды? 8 миллионов 803 тысячи? А, нет, 880 тысяч. Гильбанк. А денежки где забрать можно, а? Как забрать из банка? Я ж гильдию какую-то там вступил сразу. Зашел, которую тебе закинула. Любимый Аргримар. Он самый. Так, здесь подошли, все сделали, пошли дальше. Вернитесь к торговой лавке. Вот так выглядит Аргримар. Ирасик, алло, стой. Опа. Лянь, тут уже подписчики меня нашли. Ты ютубер? Да, я. Ирасикове. Лянь, меня типы уже узнали. Мы с тобой. Против тебя в доте попадались. Из доты. Кековая. Что? Помнишь? Еще на стрим заходил, писал. А какой ник был? Фанаты, лянь, 10 человек сидит на свете. Вы уже узнали, реально. Не помню уже. Вот они. Так, понял, в чем момент? Самое интересное. Я заходил и... Ну... Я играл на Сирусе, зашел в доту, люди в доте меня начали узнавать Сируса. Я зашел на оф, у меня люди на офе узнают, кстати. Еще причем не только, ну, кто-то из доты меня вообще узнал, это вообще шок. Это жесть. Так, помахать. Вот на популярность. Повфазес на это... Офигеть, реально. 67-й тип. То есть, момент такой, рассказываю. Я сидел... То есть, получается, играл много на циркуле, много на Сирусе. А как, подожди, тип просто сидит, ники рассматривает, что ли? Как он меня вообще заметил? Просто я лично, кстати, никого так ни разу не узнал. Ирасик Фэм теперь... Так, ты понимаешь, что... То есть, какая у меня там дорога была? Я сначала играл на циркуле. Ну, на циркуле я не такой известный был. Я тогда еще не стримил, ничего не делал. Так что и ник был другой. Потом пришел на Сирус. Сируса пришел на Кату. На циркуль пришел. То есть, уже играл и циркуль, и Сирус одновременно. Еще я играл в Fortnite до этого. Уже как раз таки с таким никнеймом. Я еще в Майнкрафт играл, с вот этих вселенных ты типа туда-сюда прыгаешь, бегаешь. Люди знают, офигеть. Вот реально, просто узнают просто люди, ты прикинь. Я потыкаю на эти ники, я никого не знаю, кто эти люди вообще. Как вы-то меня так легко быстро узнаете? Люди, которые играют на Сирусе, часто играют на Офе. Так это не Сируса, это тип говорит, что он из доты вообще, ты понимаешь? Он меня в доте нашел. То есть я играл против Ирасика.
Слушай, а знаешь, но я когда в Доту зайду, напишу снова YouTube Ерасик. Ник Ерасик везде, как же узнать? Ну я Ерасик. Я. Офигеть. Фанаты. Как вы это вообще запоминаете? Как вы вообще сматриваетесь? Я эти ники не смотрю. Вон типа случайно заметил ник Харьков. Только сейчас начал замечать. Торговый жетон получил какой-то. 600. Может, жетоны можно менять на товары в торговой лавке. Спасибо. Что за торговая лавка? Это что такое? Дай потыкаю. Та, пропади. Во. Взгляни на мои товары. Что у тебя на продаже? Что это такое? Дает иллюзию внешнего вида 22 дня. А, это типа... Что это? Трансмоги, маунты какие-то. Легкий нефритовый зонтик. Щиты, мечики. А подписку тут можно так и продлить, интересно, или нет? Еще маунты всякие, лезвие мефистрота, косметика. Ну я понял. В общем, делай, что хочешь здесь. Я так не понял, что за наряд. Как бы он, мне кажется, нет, никак не поменялся. Ну ладно. Счастливого пути. Трансможек. Интересно, интересно. Надо запомнить, что тут такая вещь есть. Это что-то типа черного аукциона, я так понимаю, здесь. Так, господи, тут столько всего. Короче, полетели отсюда. Полетели дальше по кустам. Офигеть, блин, просто. Сколько ж всего. На драконах не отображается росло, кроме плеч и пояса. Голенькие. Голенькие дракончики, понятно. Они самые. А чем кормили? Взлет с земли, в смысле, чем кормили? Выполняй приказ. Опа, обесян квест дают. Поговорите с обесяном. Так уже поговорили. Послушать смоляного рога. А ну-ка. Сердце что-то или что это? Будут рады, что совет принял их приглашение. Драконьи острова полны чудес. И опасностей. И опасностей, да. Те, кто ответит на зов, будут готовы к любым испытаниям. Сила Орды в ее народе. Так было всегда. Рад это слышать. Ну все, болтовня пошла уже. Королева драконов не потерпит проявления вражды на своих землях. Орда чтит перемирие с Альянсом. В этой экспедиции реликварий будет сотрудничать с Лигой Исследователей. Ничего себе, Бладельфика. Думаю, мы многому друг у друга научимся. Не забывай о драктирах, Амисио. Драконьи острова и наш дом. Мы хотим вспомнить прошлое и обеспечить свое будущее. Пусть наши народы отправятся туда вместе, Заламонт. Хорошо. Заодно мы поучим вас боевым приемам. Жаль, только крыльев у вас нет. Вижу, работы у нас непочатый край. Тогда отправляемся. Драконьи острова ждут. Все, вперед, так сказать, вперед. Это Блэк Эльфийка. Как там, Саммер Метро или как говорили? Пошла сюжетка Драгонфлай, понял. Обесян. Вот так вот. Здравствуй, облик человека дадут. Такс. Я бы на этом моменте ФКшнул бы.